Я тебе желаю счастья, пусть обходят беды стороной. О бардовских выступлениях одни говорят с восторгом, другие же считают это походным концертом. Сами же барды называют себя в шутку бременскими музыкантами. В очередной раз музыканты из разных стран СНГ съехались на фестиваль «Южный ветер» на берегу реки Арысь. У нас серебристая рыба над нами беззвучно звенела. Дома, сиротливые глыбы и тени. Вдали от цивилизации, в полевых условиях, установив в палатке, самодеятельные исполнители готовятся к выступлению. Для Евгения Рыбалкина из Оренбурга это двойное событие. Бард выступает впервые и с новой песней о своей родине, о Шымкенте. Где случалось и мне постоять за себя, боль терпеть, потирая уши. Мчать за Вовкой вдогонку, азартно сопя, сквозь ожины поросшие от шин. Все это для меня настолько родное, что когда я приехал в Шымкент, когда я приехал на эту поляну, у меня душа наполняется любовью, любовью к этому краю, к братскому Казахстану, так сказать, с приветом от братской России. Все так же манит небо, глубина. Репертуар исполнителей разнообразен. Бардам интересен внутренний мир человека и глобальные вопросы о мире, о земле. Они поют о звездах, о любви. Людмила Коваль из Луганска поет песню про войну, которую назвала просьбой перестать воевать. И с ними плачу я, на за и против мир расколот, расплющил жизнь, а наковальню молот. Душа летит тебе, мой город. На фестивале «Южный ветер» можно послушать песни не только известных бардов, но и познакомиться с казахскими народными инструментами. Один из них, к примеру, вот ударный инструмент донгра. Ну и, конечно же, инструмент музыкальный асатаях. Говорят, что этот инструмент обладает целебными свойствами. Приятно. Ну и, конечно же, можно здесь познакомиться с гончарным ремеслом. Как ее брать? Возьми, поднимай. О! О! О, ты сделал первый шаг. Теперь осталось только высушить, и можно пить воду. Да. Фестиваль авторской песни длился 2 дня, а по его итогам лучшие результаты и самый богатый творческий потенциал показали барды из Южно-Казахстанской области. К слову, барды не только удивляли зрителей своими песнями, но и протестировали Арысь на пригодность к сплаву. Первыми к финишу пришли гости из России.